заплутавший в страха не ведая, ты за мною выходишь на свет. Здесь земля под ногами расходится, и ни входа, ни выхода нет. Ночь темна, и она не закончится, для тебя не наступит рассвет. Я забуду тебя, наш шабаш, нас поглощает тьма. Пусть недолго нам осталось, расстанься тишина. Я забуду тебя, наш шабаш, нас поглощает тьма. Пусть недолго нам осталось, развеснет тишина. Словно сказочным лесом раскинулись свет луны и глухая тропа. Я уверенно за руку двигаюсь, там огонь и людская молва. Три десятка мракоплаченных, где бы и косы их ниже плеч. Улыбнулся в глаза черные, и ведьмачьи достал я свой меч. Позови меня на шабаш, нас поглощает тьма. Пусть недолго нам осталось, раздайся тишина. Я зову тебя на шабаш, нас поглощает тьма. Пусть недолго нам осталось, развеснет тишина. Эй, ну что, ребятки, возвращение ископаемого по имени Фоксаныч. Я наконец вспомнил, что такое стримы. Ну, вроде бы вспомнил. Я еще сам не уверен. Так, окей. Спасибо, спасибо. Горячая клавиша не работает. Ладно, ручками. Ну что, Blacktail? Так, язык русский, субтитры есть, обучение, да, все, давай. Гамму не трогаем. Так, нас что интересует? Да давай полный опыт игровой. Почему бы нет, когда да? Или почему да, когда нет? Как правильно? Бля, я все. Стрим только начался, я уже все. О! Алехандро залетел. Вы хорошего настроения. Спасибо, родненький, спасибо. Прям вот хорошее настроение на старте стрима обеспечено. Так, что-то там жили-были сестры-близнецы, Зора и Яга. Час был уже поздний. Сестра украдкой выбралась из дома. Я пошла за ней, как всегда. Я взяла с собой лук. Да. Ископаемое ожило. А точно, сковородок, Алехандро, сковородок. Вородок ему. Something's ahead. Не, что это там? О, господи. А чё нажать-то? Чё нажать? Чё тут? Так, это рывок. Не, всегда мастерю стрел сама. В тот раз не стал исключением. All I needed was some sticks and feathers. Ну-ка. А, типа. Нет, Шиза подсказывает втихаря за родину. Что тут о чем? Она-то уже знакома. Ну, более или менее что-то около того.
Так, ветки, перья. Соединить одно с другим. А, ну чисто понял. Ладно. Зора вечно сидится на месте. Ты видишь? Что? Красный дуб. Так, выстрел. Просто нажать, да, удерживать. Ну, короче, понятно. Мы часто приходили сюда пострелять из лука. Стрелять по целям на красном дубе, да? Ага, понял. Take a good look at it. Рассмотри его хорошенько. Если вдруг что-то случится, возвращайся к красному дубу. Я буду ждать здесь. Зора? Это ты? Ты не сможешь спокойно жить без поводка на шее, да? Можешь, ты наконец пойдешь своим путем. А, путь тьмы, путь света есть. Я просто хочу выжить любой ценой. Я всегда пыталась думать в первую очередь о себе. Но вот именно, что только пыталась. Ты все перепутала. Жила была одна девочка без лица. Что? Ты никто. Долго ты будешь это терпеть? Ты просто следуешь по стопам сестры. Как далеко ты сможешь зайти без нее? У Зоры есть план. У нее всегда есть план. Пора бы тебе придумать свой. Хочешь спрятаться? Здесь, в лесу. От бабы не спрячешься, принцесса. Мне просто надо найти красный дуб. Красный дуб. Если вдруг что-то случится, перестань. Забудь про этот клятый дуб. Что тебе нужно найти, так это избу. Что? Я? Уясни себе это. Тебе нужна изба. Опять кошмар приснился. С тех пор, как Зора пропала, я ни разу толком не выспалась. Кажется, я наконец поняла, где ее искать. Но сначала надо добыть еды и подкрепиться. Целить оленя, чтобы добыть мясо. Так, а у меня стрел. А, есть. Не надо, тут грязи. А, волк. Чё-чё-чё, славится, дорогой. Я упустил, я на струне играл, на единственный. Да, живой. А птицу сбить можно? Можно. Класс, перья. Нрав, ваше решение имеет значение. А, то есть я сбил птицу, все, да? Я херовый стал. Похуй. Нет, в принципе, я убил ворону. О, яблочко. На. Сделал доброе дело, гуляй смело. Помогли ежику найти яблочко. А как у меня делишки? Потихоньку. Жить можно, недолго, но можно. Что-то он куда-то туда ускакал, да? Погодит со своим бегом, дай ее разобраться-то. Дай полюбоваться красотами. Каркай отсюда. А чё ты так уж... А, не да. Я, ну, водопад, но шумно. Очень шумно. Ага. Ага. Я тебя вижу. Он очень сильный. Одной стрелой его не свалишь. Ля-ля-ля-ля-ля. 9 стрел максимум. Ну, в принципе, да. Это уже такой устоявшийся настолько стандарт. Цветочки. Берем.
Так, куда... Олень, ты куда ускакал? Вот сюда. Ну, сидят. Угу. Не? О, хрен с тобой. Ну, блин. Пока я с этими углу, этот убежал от меня. Так. А чё тут? А чё тут? Ага. Тут залезли. Получил укуса, можно умереть за пару секунд. Надо подготовить противоядие на всякий случай. Господи. Противоядие за цветочки, как раз. Цветочки и камень какой-то. Ё-моё. Иди отсюда. Бля, чё у них глаза? Какого хрена? Пауки так не выглядят. Да ладно, чё сюда забегать? Эти твари птички, чё-то там. Я, наверное, смогу раскрыть ловушку. Я могла бы освободить птицу. Хотя в каком-то смысле это тоже освобождение. Понимаю. Так, ладно, мне немного не сюда. Мне немного надо найти обед. Завтрак. Ну, вряд ли ужин, да? Угу. Ладно. Чпоньк. Твоя кровь не прольется напрасно. Вечно будет течь во тьме, потому что что? Потому что мы едины, что ли? Я что-то... Да. Теперь мясо надо пожарить на огне. Я голодный. А чё, с такой туши всего один кусок? Ну это бред. Расточительство. Первости охотницы. Так. Оп. А как туда? А как? Помню про эти статуи, чего только не говорили. Наверняка придумывали. Ну а чё? Ну ладно. Ну проведала. Ну да, тут такое ископаемое у него вылезло спустя черт знает сколько. А, может как раз сюда как раз надо? Типа, не просто ж так сюда подниматься. Просто баб дает. Меня вечно обвиняют в послушности бабе. Звали бесноватый. Я на Зору тоже пропал, некому было сдержать разъяренную толпу. Так я и оказался здесь. Мне больше ничего не остается, кроме как искать сестру. Мне надо добраться до Красного Дуба. Типа надо было просто подойти открыть. Ну ладно. А я тут все вместе с птичкой прихлопну. Так, а я что-то не понял. Понял. Ну вот мой костер. Ладно. Так, а Д, чтобы поймать огонь? В смысле? Да? Да блин, чтобы мясо поджарилось, нужно держать его в огне. Да. Тихо. О. Лихая беда начала. Да, и вполне ничего. Так, значки статуса, восстановление, ускорение, концентрация, отравление, замедление, растерянность. Понятно. Все, понял насчет бафов. Спасибо. Состояние ноль. Я ищу пропавшую сестру. Это заблудшая душа. Да что в этом лесу творится? Слушай, меня уже давно не было. Где-то...
Когда я последний раз стримил-то? Летом еще вроде. Я вот в сентябре пара видосов. Все. А, крыло. А, ты рывками. Куда ты меня ведешь? Oh, no. Нет. It's... Это же... The hut. Изба. The one we saw 3 years ago. Та самая, что мы видели 3 года назад. Та самая, что преследует меня во сне. Я только одним глазком взгляну. Смотрю, нет ли там Зора. Ломись перед хозяйкой дома. Не шипишь, а? Ой, киса дымчатая. Чего мурчит? Прям стрейф вспоминается, да? Моя маска задрожала. Угу. Я знал, на что ты придешь. О, нет. Это же... Это же снова ты. Только это не сон. Типа сюрприз, а? Почему ты так удивляешься? Забыла, что ли, сколько раз я спасла твою шкуру? Я... Что ты... Привыкай, давай. На сей раз я от тебя никуда не денусь, принцесса. Ну, а заодно помогу тебе выбраться из той задницы, в которой ты оказалась. Корни тут все обрели. Этим мы живо разберемся. Это... Тот, кто следит за миром. Но только глянь, что случилось с ним. И с миром. Поделись с ним всем, что ты несешь в себя. Коснись печати. Печати? Твои маски. Следую с крошек. Фига себе тут крошки у вас, ребят. Бля, я за такие крошки убил. Лето с крошек? Чёрт, дети вечно крошат хлеб во дворе. Видишь, плети? Ого, неплохо. Перья. Перья надо. Ты гоблин, блядь. Ага. Поём. А! А, понял, на рывок тебе похер. Где ты? Блядь, уйди. Так. Вот и все. Ну, лесу в последнее время многовато. Чтоб куда-то вся красочность, сочность картинки делась. Так. Опять этот призрак. Что-то на меня напоминает... Драгоя? Драгоя? Это что вообще значит? Что в тебя? Ну, сломано. Я не могу. Что, так и до конца будешь не это ставить? Могу попробовать? Нет. Придумай что-то осмысленное. Найти способ восстановить мост. Господи. Но начинаются квесты всякие. Рыба. Надо как-нибудь удочку себе смастерить.
Вот что такое добрая зимняя спячка. Ебать, грибы. Вы же гигантские грибы, о которых рассказывают старые сказки. Я вот не думал, что вы существуете в реальности. Что ты хочешь? Ах ты, твоя девчонка. У нее в руках лук. Может, нам... Стой. Смотри, какая на ней маска. Не знаю, почему на этой маске она кого-то сильно напоминает. Здорово, Жан. В последнее время мы редко видим таких, как ты. Затрудилась девочка. Такой у нее лук хороший. Мне нравится. Можно потрогать? Она пришла одна? Откуда? Тише, дети. Разве не видите, что взрослые разговаривают? Я кое-кого ищу. Ну и тропа ведет через рухнувший мост, так что я... Видишь, Броди, мост рухнул. Значит, его опять спалил огненный ящер. Ящер? В смысле, дракон? Кровожадный змей? Неужели у вас его есть? Нет, конечно. Просто дракон — это идеальное прикрытие для жуликов, которые стоят за аферой с медом. Впрочем, представлюсь. Меня зовут Борби Борко. Мешай к пронере к вашим услугам. Меня зовут Лига. Что за странное имя? А как оно целиком звучит? Хватит болтать. Я не слышал, что она говорит. Вы случайно не знаете, есть ли другая переправа? Но есть другая переправа, нет. Мы можем восстановить мост, но... Или, скорее, заставим попров его чинить. Да, мы завтра что тебе поможем. Сперва нужно разобраться с огненным ящером. Похоже, что это чудовище задает вам жару. Но мне обязательно на ту сторону. Может, мы поможем друг другу? Ты вроде девицы не промах. Помоги нам избавиться от чудовища, а мы для тебя мост починим. Честно говоря, я не мастер по части сражений с драконом. Я не сомневаюсь, что ты справишься. Поищи смутьяна. Это такой очень интересный проклятый. Он дружелюбен, хотя по нему сразу не скажешь. Смутьяна расскажет тебе, что к чему. Дракон, не дракон, а с проблемой надо разобраться. Парни из Минки можешь разыскать моего друга, благородного великого рыцаря. И непременно обзаведись телесмана на удачу. Скажем, подковой. Так или иначе, иди на драконий рев. Рев. Просто иди к пещерам, а не к западу отсюда. Ладно, я постараюсь вам помочь. Ну, я не вижу смысла запускаться на Троу, так как я там изначально все равно все часы потерял, а также он требует стримить явно очень много времени. Блин, хихитушки. Так, у меня есть карта. У меня есть карта, я могу пойти направо, могу пойти прямо. Нет, стоп. Я могу пойти налево, могу пойти прямо, да? Да, прямо сходим. Может спасти тебя по случаю. Всегда нужно чесать самые разные способы выбраться из могилы. Алтарь. Сохранитесь почаще. Ладно. О, Лиська. Лиська. Куда? Ладно. Кристаллическая стена? Интересно. Когда-нибудь она сломается. Или сломаешься ты. Не задерживайся. Кстати, кристаллы. Короче, надо ходить, тут все изучать. О, киса сидит. Эй, куда? Поехали. Ну, а я в нем уже не вижу смысла. Чё? Жаб. А жаб? Чего я о тебе не знаю? А...
жабка сдулась. Ладно. Я зачем-то сдул жабку. А, о, надулась обратно. В смысле? О, я из нее кристалл какой-то получил. Ну-ка еще раз. Надуешься? Ну, второй раз не надувается. Ну вот. Вот, например, то, что жаба, оказывается, выглядит так. Так, ладно, пошли. Пошли куда-то. Пошли изучать мир. Искать дракона. Который не дракон. Я не знаю, бобров. Так, сюда нельзя, ладно. I think I know this place. I was here, like... It's been a year now. Через костер? Нормально. Good. Больно вспоминать. Это хорошо. Если больно, значит ты жива. О! Смотри, снова надулся. А, это жаба-бандит? А чё ж он на меня тогда не нападает? Вот теперь... Погоди, а я в него кладу или из него беру? Из него беру? Господи, бесконечный источник ресурсов, ёбаный рот. Можно часа на три сесть, просто сидеть, забирать вещи. Ой. Так. О, Бугурецкий влетел. Неожиданно. Спасибо, Бугурецкий, Бугурецкому сковородочек. А я... Я понял. Иди нахер. Иди нахер. Спасите, помогите. Светлячки неадекватные. Мед? Что, блять? Так, то, что инвентарь ограничен, я в принципе догадывался. Кстати, надо это еще стрел наделать. Вот. Тут как бы же эти перья с ветками тоже ограничены. Куда мне идти вообще? Я ничего не понимаю. А, вот, мне сюда и надо, да? Получается, мне в пещеру. Так. Чё, как? Ой. А-а-а. Вот эти сунайте надо домой. А, ну рады, что они хотя бы друг друга дамажат. Боюсь, без этого мне вообще тяжело было. О. Ты кто? Ты... Это вроде как муравей. Это ты так громко хэмкаешь. Да, это она такая громкая. Дрожите, страхи, ничтожные смертные, скоро реки наполнятся кровью тех, кто посмотрит противостоять Великой Империи Воронжьев. Так, одну секунду, я у всех тут кое-что подправлю. У меня немножечко наслаивание текста идет именно чата. Так вот, приятнее читать будет, да? Я молю о пощаде, королева императрица. Довольно. Покажи мне путь к деревне, я поведу свою армию на жалких людишек и обрушу на них свой гнев. Да в смысле? Отказаться?
Меня не радует смысл о реках крови. Между нами не бывает союза королев и муравьев. Скоро все познают, что такое настоящий ужас. Ну дайте-ка я тоже закину от пожилой кошары. Спасибо, спасибо, сковородочек ей тоже накидайте. Ну, чтоб значит это. По сковородке в каждой руке было и крепко держало. Так, мне куда? Мне куда-то сюда. Чпонь. Так, тут где-то на карте киса отображается. Киса где-то там. Пошел он. Мои нужды не важны ее жизни. Ой. Я плохое дело сделал. Блин. Ну ладно. Буду знать в следующий раз. Так. Киса где-то прямо показана. А киса, я так понимаю, да. Киса на другой стороне. До киса мне не добраться. Сковородку в рот? Ну, мне тогда твои зубы жалко. Так. Здорово. Кто идет? Пейзанка? Заблудись по пути к деревне, мужланка. О, вы столь благородный скакун. Бови Борко прислал меня к вам помочь разобраться, что-то там с историей. Он послал тебя. Итак, пришло время пришло проявить твою доблесть, оруженосец. Мы помешаем полному дракону сожрать наш народ. Вместо этого мы совершим над ним скорый правый суд. Оруженосец, значит? И что станет нашим следующим шагом, мой лорд? Я разработал небывалый осадный механизм. Это из чудес. Мы затолкаем его в драконье логово, и он обрушит на чудовище гнев богов. Беда в том, что мы доселе не сыскали черного пороха. Чтобы добыть его, нужен кто-то маленький и ловкий. Похоже, именно здесь в игру вступаю я. Все верно. Тебе предстоит добыть его в пещере подлого преступника Смутьяна. Да проклянут боги его имя. Джек Проныр, ваш друг? А почему бы вам не отправиться на подвиги самому, сэр? Что ж, неплохо. Смутьян один из проклятых, разумеется. А я... Я великий. Не мудрое лукаво спрошу, освободим ли мы нашу землю от власти дракона? Кажется, я готова. В смысле... Без малейшего применения я отправлюсь в путь и добуду чудесные артефакты из обители мерзости. Превосходно, а теперь добудь порох. Как только ты справишься с задачей, разыщи меня в... Тут не так? Или ты не слышишь? Враг близко, тебя ждет бой не на жизнь, а на смерть, оруженосец. Ох, ё. А вас чё так много понабежало-то? Ого. Так вот, что делает эта штука. Я так и не видела. Ты почти во всем разобралась. Не забывай свои рукавицы. Учись, действуй, повторяй. Когда-нибудь освоишься. Я вряд ли смогу Все ответы есть у котла. О, разблокирован рецепт навыка ученицы ведьмы. Теперь вы можете готовить у котла.
Ага. I'll try. Попробую выйти из каньона. Угу. Я ничего с тобой сделать не могу. Ты тогда с смутьяном разговаривала? Бывает. Так, вопрос. Так, а мне типа сейчас надо... Куда? Ай, 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 ай! Вы чё, черти? У, блядь, покусали меня. Нет! Да. Так. Ага, я сохранился тут, да? Так, пошли вон. I'm not taking its life for my own needs. Чего? Блять, стрелы. На F я могу их отталкивать. Понял, принял, обработал. Иди отсюда, гоблин долбанный. Так. Зарядите мощный выстрел, затем нажмите F. Понял. Now. Давай, спасибо. Нифига. Да иди отсюда. Как, черт возьми. Похоже на правду. Чё? Now, так, чё хотел этот гриб? Сразиться со смутьяном. Смутьян где-то сюда. Ягодки, ягодки, кушац. Пихай. Господи, уже стрел нету. Что ж такое-то? Так, ветки есть, перья еще есть, ладно. Да. Не-не-не-не-не-не-не, мы с тобой так не договаривались. Так. Что-то там загадай желание, бла-бла-бла. Я неправильная муха, блин. Тюха. Доброе дело какое-то сделал. А, я цветочек на них. Улей наверняка можно сбить стрелой. А надо трогать улей? Я думаю, не стоит. Юби что-то там. Так. Так, иди отсюда. Вижу. А, это я туда же вернусь. Сюда. Блин, как бы я сейчас не сделал ошибку, да? А я сделал ошибку! А, ну плохая репутация будет. Ну, я, в принципе, так и думал. Так, секунду. Вот так вот. Бля, я снова тут, а?
Ну давай, дубль 2 пошли. Раз ягодка. Два ягодка. Пачку уродцев. Угу. Что за желание на падающую звезду? Угу. Блин, она так прикольно взрывается. А, зато они мне, кстати, соту оставили. А это чё? А ты кто? А ты что такое? Перун, громодержец. Да, светит мне путь молнии твоей. Да буду шаги мои легки, как полет птиц в небе, наверное. Здорово. Эй, девица. Девица. Наец, минутка. О, и вам добрый день, сударь. Сударь-червь. Сегодня лучший день для червей, честно сказать. Все подземелье бурлит. Лобовые глаза бунтуют. Потерянные души снуют туда-сюда. А главное, туннели перекрыты проклятыми корнями. Приходится рыть обходные пути. Я и запутался. Скажи-ка мне, я вверх поднялся или спустился? Должно быть, вы поднимались, чтобы туда забраться удача. Ах, да, я так и думал. Спасибо, задевица. Мне пора за работу. Демоны сами себя не подоют. Чего? Чё, блять? Чё-то червь на червя не похож, вообще нихера не понял. Паук. Глаз. Так, перья. Ягодки. Цветочек. Так, а тут где-то киса должна быть. Там вообще грибы. Тут где-то по карте. А, ладно. Я понял. Сейчас тогда тут же сохранимся еще. Ой. Ладненько, давай, киса. Вертухай меня домой. Мур-мур-мур. Так, котел. Котла можно открывать, ну, ага. Угу. Все. А, мне типа что-то... Чё? А, тут мне зубы нужны. А, то есть мне вот эти вот шишка... Совы надо сбивать все-таки? Ё-моё. Кристаллы, шишка совы, кусок мяса может пригодиться, да. Пергаменты какие-то. Зубы. А, вот, навык ученицы ведьмы. Два зуба надо достать. Глубокие карманы тоже надо. Вот тут аж 8 цветков надо еще. Зубы в сундуках. Понял. Так, ну ладно, тогда вертухаемся. Тихо. Рукожоп. Одним словом, рукожоп. Было у меня хп, нету теперь. Еще раз, давай поднимаемся. Поднимаемся. Киса, привет. А, киса, да. Мне ж к тебе. Поехали домой. Ну, зубы в сундуках, сундуки еще найти надо. Любимец, вот это что такое?
где-то вот тут. Угу. Любимица где-то умельница отображается. Так, лягушка, жаба. Жаба отдай. Жаба дала цветочек. А к мельнице я пройти не могу, соответственно. Правильно же. Ну да. Хотя нет, погоди. Любимица на этом берегу. Погоди. А где? А где? А чё за любимица? Что это вообще такое? Где-то тут. Где-то тут оно отображается. Где-то тут наверху оно. Ну не под камнем же. Ну-ка. Так. А его можно рушить? А его можно рушить, Зэль? Хорошее дело. Вторжение врагов восстановлено. По крайней мере, здесь. Буду знать. А? А, ёжик. Я думаю, чё тут шуршит мне в ухо? Так, любимица где-то тут. А как мне к тебе попасть-то так, чтобы все ноги сейчас не сломать? О. Давай вот тут по камням. Аккуратно. До дола. Ждет того, кто выбрал сторону, того, кто связал себя обязательствами. Я вернусь, как буду готова. То есть, погоди, это мне ранг нужен, что ли? Ладно. Мне тут нужен ранг. Выплывает ведьма, утонет невинно. Так что ты утонул? Так, господи, забери. О, он мне шишку дал. Буду знать. Старый тайный вино. Мы так и ставили, чтобы зиму отгоняли. Как же это было давно? На Джей, а вон Раф. Ну. Добрая, славная, благородная. Метка любимица. А, это типа не... Не, погоди. Нейтральная типа? Или чего? Не понимаю. Не, реально вообще вот не понимаю, как это работает. Ну-ка, справка. Погоди. Нрав, бла-бла-бла. Нет, не то. Информация, может? Убий.
видя ожесточенного убить безумца, несколько раз помочь великим, чтобы стать любимицей надо. Я так это понимаю. Предать цветы нуждающимся, несколько раз помочь занятому работнику, вернуть глаза скупцов, несколько раз совершить подношение во имя добра, помочь достать яблоки. Перебить множество крылатых вредителей, оставшись при этом праведницей. И разрушить их дома, не сойдя с пути света. Ё-моё. Как все сложно. Вот так скажу. Так, дай угадаю. Ага, мне сюда надо. Но у меня проблема. У меня нет хп. Иди отсюда. И ты уйди отсюда. Так, мне нужно... Мне показалось, я слышал еще одного ежика. Будь здорово. Или мне показалось. Так, слизь. Вот ягодки нашлись. Укушац. Вот еще ягодки. Все, хорошо. Ну, это статьи своеобразные испытания, как я понимаю, насчет любимицы и прочего. Ну да, тебя мне трогать не надо. Ибо это плохое деяние, недостойное меня. Ну, привет. Так, стрелы. Так. А, тут еще ягодки, ладно. Ягодки зря съел. Так, веточка. Вот там вот еще веточки. Сейчас меня будут пиздить. Я пришла, чтобы... Будь я проклят, кого я вижу. Это ж наша дыреха. И к тому же подосланная этим натутым рыцарем, чтобы похитить у меня взрывчатку. Я еще не разогрелся после спячки. На тебя я не в лучшей форме, не по зубам. Ты меня просто бесишь. Так, где он? Ой-ой-ой! Ты шо? Ебать! Ты чё столько хп откусил? Так, что это? Что это? Что это? Так, убежал. Ты принадлежишь кому-то там. Дай-яй-яй-яй-яй! Стрелы. Иди отсюда. Я понял, на тебя внимание не трачу. Чё? Чё, блядь? Ты чё такой нехороший? Ты шо такой вредный, чёрт? Грибной. У смутьяна такие же, как у рыцаря. Я ж не знаю, какие у рыцаря. Я ж не видел. Так, ладно, стрелы есть, все есть. Давай, дубль 2. Так, ягодки. Раз. И еще вроде бы. I'm here for Look who's there. It's the little kitty cat. Так, а пропустить нельзя? А, можно. Блять. Вот так жестко. Бежать, 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 бежать! Тихо. Стрелы. Где?
Что? Аниме. Меня убило целое нихуя. Блядь, гриб конченый просто. Максимально конченый гриб. Ты чё такой неадекватный-то? Давай, дубль три. Да. Ха. А я мразота. Блин, я ягоды не взял, не ту кнопку нажал. Тихо. Да шо ты такой дерзкий-то, а? Где он? Он еще маленькие грибы спавнит. У него больше атак. Он спавнит маленькие грибы. Он еще и это... кидается в меня каким-то говном. Ё-моё, здорово, Шамыч. Я не понял, а чё за Dark Souls начался? Чё так больно-то? Чё так больно, Вась? Слышь, давай не будем, а? А в это просто сдохнешь. Где ты? Пошел отсюда. Так, ссыбаться оформил. Иди отсюда. Тихо. Бежим. Отойди. Где? Ушел отсюда. Ух. There it is. Просто неадекватный гриб. Шесть раз пыталась, ужас. Кто здесь? Кого я теперь вижу? Грибная кровь еще не остыла, когда девочка весьма примечательной маски покинула пещеру. Правда прелестная сцена? Это она. Это опять она. Это всегда она. Что ж, надо полагать, я не единственная приметная личность в округе. А зачем тебе такие большие глазища? Чтобы лучше тебя видеть. Увидеть твою суть. Увидеть, что ты сделала. Слушай, я объясню. Никогда так не делай. Особенно при мне. Шепот звучит удивительно громко, если знаешь, где его подслушать. Не обращай внимания на этого несчастного. Все равно он быстро вырастет. Таковы лишь грибы. Но являться сюда было бессмысленно. Это тупик. Ты можешь доставить посылку и позже, но это никак не поможет тебе перейти мост. Я не совсем... Мы с вашими... С другими грибами заключили сделку, чтобы... Дракон — это лишь идея. Образ. Воплощение настоящих проблем нашего леса. Пройдя по медовому следу, ты сделаешь первый шаг к победе над ними. Без лишнего шума. Операция должна проходить тайно. Где этот след начинается? На месте приношений, под мельницей, перед так называемым драконьим логовом.
plant a lure, take cover and see. Возьми этот горшочек меда, поставь прямо на ногу, спрячься понадежнее и посмотри, кого она принимает. Возможно, после этого ты захочешь вновь со мной поговорить. Не вечно же спящим принцессам спать. Что ж, тогда начнем расследование, сударь. Я всегда скрываюсь в тенях. Я никогда не поворачиваюсь к теням спиной, девочка в маске. Очень странный кадр. Идите к логову дракона. Хорошо. Дракон так дракон. Владос, в чем проблема? Зачем задавать вопросы? Берешь и подписываешься. Просто раз и два. Так, паук, раз. Вот как с этим пауком. Раз и два. Все. Раз. Ты чё? А, он глаз свой спрятал. Нифига. Ну ладно. Я так пройду. Так, а мне тогда еще мясо добыть надо, да? О, улей. And Queen's Legionnaires shall not fill. Treat them with something more punchy. Ну, в смысле, муравьиный. Так, добыть мне... А, так. Знаете, вот он. Нюхайте ваши цветы. Цветы за мед, в принципе, неплохо. Я согласен на такую сделку. Это новая игрушка, Blacktail. Ну, относительно новая, вышла 15-го. Про девочку по имени Яга. Опять ты. Опять ты? Человечешка, я королева муравьев, повелительница Великой Империи, требую доказать твою верность. Я хочу отправить тебя убивать птиц во имя королевы муравьев. Принеси мне 5 перьев, чтобы доказать свою преданность. Иди в пень. Я не прислушиваю грязным узурпаторам. Придет гнев, и ты познаешь гнев муравьиного войска. И этот день станет для тебя последним. Муравьиха сраная. О, сохранялка. Опа, киса. Так, у меня есть один зуб, а мне сколько надо было? Мне, по-моему, 2 надо зуба. Тогда на базу сейчас идти смысла нету, наверное. Но мы можем тут сохраниться. Так. Ой-ой-ой, чё? Ты чё злой такой? О. Шишка. Это мне горшочек с мёдом. Зачем бы? Так, а куда мне идти-то? Куда мне... А, мне к мельнице надо попасть. И что? Это души заперты в Междумире. Они ждут своего шанса. Мы все бывали там. Лагерь гнов? Браво, ну думаешь оказаться в нужном месте в нужное время. Не шуми. А потом как шибанни клетку со седляками и будет баба. Вот и все. Надо еще попробовать отличные ловушки для гнолов. Мы не гнолы, колпаки видишь, мы гнолы, если что. Самые лучшие друзья человека. А в лагере ужасный бардак, из умерших устройств сталов. Обождите, что я чую что-то странное. О, человечья девчонка. Может, гнолы завтра будут друзья человека? How nice. Someone came to dinner. Кто-то явился на обед. Жаль, у нас не было шанса сперва тут прибраться. Сколько же грязи-то. Надо хотя бы полы подмести. Что это? Метла. А ну, бегом, чего?
They can't resist it. А! Стрел нету. Now you get the idea. Это что, метла? Broom? Broom. Да, древний могучий инструмент, артефакт. Ну а что верно, то верно. Она поможет убрать мусор. Но что это вообще здесь делает? Нет, метла себе на уме. Она сама тебя нашла. И сама вернется, если понадобится тебе. А что же... Теперь никуда друг другу не деться, в горе и в радости. Да, я буду носиться на ней в летнем свете луны и под воду. Закончила? Не наглей, принцесса. Господи. О, сундук. Опа, зубик. Зубик нашел. Так, еще один жаб. Отдай. Это теперь мое. Жабка-кун. Так. Тут сейчас киса. Так, цветочек и киса. И вот теперь у меня вопрос, а что качать? А что в итоге качать-то? Так, но острые стрелы вряд ли. Быстрый лук, вот вообще тоже не... Нет, это неплохая вещь. Две стрелы чар по цене одной. Прикольно. А, дополнительная единица маны. А, во, солнечный фокус или осушающий фокус. Давай возьмем вот навык ученицы ведьмы. Удерживайте S. S, да, F. Все, кис. Киса. Кис. Обратно. На мельник у меня. Так, мне же... Ага, не туда. Пусти птичку. Лучше. Здорово. Она вы мне дракона из пещеры? Тихо. Да господи. Грибы какие-то воняют тут. Так, статуэтка мастера тут есть. Но я на мастера вряд ли похож, да? Драф. Мне до мастера еще далеко. Типа, да. Типа, продолжаем движение. Я еще ни одного гнезда так-то не нашел. С вредителями. Ой. А вы кто? Тихо. Вы что со мной сделали? Так, вы что сделали? А, меня контузило. Все, понял. Так, языкастый. Завалил. Варежку. Понтик. Это чё? Вот. Это всем жабам жаба. Поцелуй её. Что? Зачем? Знаешь, что с лягушками сказки делают? Чего, блядь?
Три зубика детских крыло светляка. Козлиная желчь для доглаз паука. Воронье перо, чешуя от змеи. А нет, у змеи. Драконью бери. Did you hear that too? Ты это слышала? I was hoping for a prince. Я думала, появится принц. Odd. Странно. Так, а мне куда-то вот прям сюда надо. Я прям где-то рядом. А, я отравлен. Когда я отравиться-то успел? А об кого? Бись. Так, цветочек. Так. Тихо-тихо. Блин. Мастер рукожоп. А теперь поищем укрытие. Спрятаться? Да, тут прятаться-то можно. Ой, совсем не уверена, что хотела. Блин. Я посмотрю, что выйдет. Гриб. What? Что за? Who's that? Кто это? Бу. Hey, little one. Привет, малыш. Что ты здесь ищешь? О, что? Я? Зачем мне искать мед? Я его даже не ем. Я не говорила, что ты ищешь мед. Да, я тоже не говорил. Слушай, малыш, меня зовут Прут. Что здесь на самом деле делаешь, Прут? Пытаюсь спасти мою сестру. Меня зовут Цинтик. Я схватил дракон. Он в пещере. Помоги мне. Дракон, значит? Ну, пожалуй, мне стоит заглянуть внутрь. Ты уверена? Спасти сестру гриба. Угу. Как вовремя оно открылось, да? Мед. О, она пошла туда. Что ты зашел? Это чудовищный дракон. Что же еще? Ха. С них прям капает мед. Неужели это легендарные летучие стрелы? О, жалко, что их мало. Сочащийся медом стрелы, который при попадании в цель рассеивает липучую субстанцию, замедляя врагов в радиусе поражения. Тихо! Уходить нужно эффективно. Я... Иди в жопу! Иди в жопу! Ёперный тебя! Кто? Лепучих стрел тут, в принципе, очень много, да? Можно даже потратить немножечко. Блин, ну не забавно так заработать. Ха. Они так забавно взрываются. Так, ладно.
что-то тут все булькает что-то. И еще немного вглубь. Really, она правда туда зашла? Sure, а то. А теперь тебе придется спрыгнуть. О, господи. Как только ты повелась. И не ты одна. Рут? Ну ты у меня и получишь. Ты оттуда не вылезешь. Кто это? Хватит. Кротышка так объелся. Простите? Нет, уходи. Кротышка не может больше ни ложечки надо съесть. Или он... Откусит тебе башка. Так или иначе, ты надкормишь коротышку. Нет, вкусно. Еще один блокочек. Не надо меда, пожалуйста. Господи, да у меня ж хп нету. А, вот, немного хила. Так, а я эти стрелы делать не могу, да? На, вот, убей себя. Чё ты мне дал? Коротышка так объелся. Так, господи. Да, блять, там что-то взорвалось. Ладно, дубль. Проблема в том, что у меня нет хп. А медовые стрелы я изготавливать не могу. Надо пойти еще понабрать хотя бы. Я ж надеюсь, они не отспавнились. Вот. А, всего три медовых. Ё-моё. Они просто достаточно, ну, больно его бьют. Плохо. Очень плохо. У нас нет ягод. Мы не можем отхилиться медом. Можно было бы отхилиться медом, я бы отхилился. Надо еще посмотреть, может, тут еще есть ягоды. Так, вот ягоды. Вон ягоды еще вижу. Пошел в пень. Ягодки. Тихо, беги. Кушай стрелы. Так, стрелы. А! Я понял, что меня тогда убило. Тихо. Блять, муха! Да господи, он меня толпой валит. Реально какой-то Dark Souls начался. Ужас. Типа выстрелил, вернулся. У меня всего одно хп. Там даже не одно, а половинка, понимаю. Ягодки. Ягодки. Погоди, коротышка, подожди, говорю.
Подожди. А, тут надо сотыми закладывать. Понял. Так, сотни достаточно, да? Пошел нахер. Да ё-моё. Задолбил своими камнями. Так, соты. Жить, выживать. А, всё, эта херня не... Вот она заработала. Я понял. Надо залепливать, когда она не работает. Давай, настреливай. Я! ППшки! Блин, ППшек немного. Материалы для обычных стрел закончились. Благо этот приносит еще. Гриб долбанный. Но теперь надо экономнее стрелять. Блин, пол хп. Еще и муха летит. Есть. Коротышка объелся. I can see that upset stomach. Я вижу, что у тебя живот болит так, что умереть хочется. Но это не повод так обращаться с гостями. Минуточку. Ты не настоящий дракон. Ты же просто бес. Но больше из... В общем, ты как это странный бес. Бес? Может, давным-давно я был бесом. Ты ведь коротышка. Что с тобой случилось? Коротышка и его братец-малютка искали еду для своего племени. Спустились глубоко, как никогда, и попались камням. Такое ощущение, будто он сейчас блеванет. Корни внушили им странные мысли. Дали ему утолить голод, показывали им ужасные вещи, заставляли смотреть на нее. На нее? Захлопни пасть, коротышка. А не то я набью ее мёдом. А твой брат тоже здесь? Малютка. Нет, он сумел сбежать. Вырваться из-под камней. Он, наверное, уже дома. Священная роща. Потом... Другие дети. Ты хочешь сказать грибочки? Они сказали, что коротышка получил свою долю меда. Отцы поможет им добывать его, если он будет рычать, как дракон. Жидкое золото правит миром. Коротышка так объелся. В него больше не лезет, но... Пожалуйста, последний глоток. Пока я... Это пойдет тебе на пользу. Ешь.
Отойди от меня. Блять, его порвало. А это хорошее дело? Что об меня? Слышал, что он сказал? Блин, я не увидел, что он там сказал. Так, и что, я теперь... А, я теперь могу тут выйти. Да, бедный коротых. Хотя он не такой уж и коротышка. Ну да ладно. Так, опа, что это такое? А что это такое? А что ты? А что с тобой делать? Камнем пахнет. Так. Ладно. Через паутину. Ну, в принципе, ожидаемо. Наконец, свежий воздух. А дракона, значит, больше нет. И хп у меня тоже нету. Мне по-хорошему найти бы немного припасов и сохранку. Это по-хорошему. Опять эта королева тут. Пошла вон. С тобой даже говорить не хочу. Я случайно к нему рывок сделал. Ой, господи, рукожопище. А, ну я хотя бы отсюда заспавнился. Слава тебе богу. Слушай, я всего? Блять. Ребят, но стрел нету. На. Ни хп нету. У меня ни стрел, ни хп. Блять, еще паук. Мне аккуратно уйти. А я даже не знаю, куда я... А, ну то есть вместо того, чтобы идти обратно, да, к этим, я ухожу еще дальше. Понимаю. То есть мне-то надо туда? Да, я наоборот глубже в лес сейчас ухожу. Блин, у меня не перьев, ничего. Да? Да, у меня перьев нету. Надо перья поискать. Жабка! Да, перья. Спасибо. Хорошая жабка. О, слава богу, стрелы появились. Так, а тут что? Секунду, я хочу сюда посмотреть. Так, слизь. Угу. А вот и перья подъехали. Здорово. Эй, надо же, какая встреча. Скажу вам прямо, мне нужна палка. Палка бей, не жалко. Если палка мне старую кость не сломать, то куда? На тебе 5 палок. Да, так уж вышло, что у меня найдутся первосортные палки. Только для вас. Буквально из-под полы. Меня, по-моему, там пиздят. Вот спасибо, доброе дело вы сделали. Ежели когда мертвый окажетесь, то вот вам мое слово, найду вам для вас уютное местечко под землей. Ну, рывок-то можно было сделать. Так, раз, два. Я где? Я где-то. Понимаю. Так, перья. Так, ну места более или менее знакомые.
Он сейчас пока сюда, в сторону смутьяна, мимо смутьяна. Олей. Блять, не попал. Стой! Куда поскакал? Твоя кровь не прольется напрасно. Мясо. Все, куском мяса обзавелся. Так, павук. Так, раз, два, три. Собираем. Все собираем. Ну какого хрена? Опять ты. Да что? Слушай, тот говорит, что камень говорит, что одним из камней, один из камней упал в реку. Если он слишком долго пролежит в воде, то превратится в бесполезную золотую рыбку. Мы не допустим этого. Тебе придется выловить его. А для этого понадобится удочка с золотой леской. Говорят, что эту леску много лет назад спрятала одна из красных роз, и с тех пор ее никто не видел. Что? Ты серьезно? А что, похоже, что мы шутим? Но найди красную розу. Так нам велит камень. Красную розу. Хидрите в перепонке. Слазь. Слазь, говорю. Слазь. Найти розу для камня. Понимаю. Ребят, я сам его в аху. Ну, пошли искать красную розу. Для сраного камня. Видишь розу? Спрячь лук. Они пугливые. Обрати внимание, на что она смотрит. А, в смысле? Так, а как лук спрятать? The sparks blow them away. Сдуй их скорей. О. Got it. Есть. Did you take on some weed? Ты что, сорняки не умелось положить, что ли? Вот вам и сорняк, да? Так, ребят. Вам что-нибудь... А, вам цветочек нужен. Знаете, вам цветочек. Спасибо. Перья. Блять! Труха! Не кусай меня. Так. Леску я нашел. Кот говорит, что камень говорит, что это та самая роза. А времени у нас мало. Крепи леску к палке и погнали. Кот говорит, что камень говорит. Что здесь непонятного? Идем вдоль реки. Бля, кот говорит, что камень говорит. Понимаю, просто это уже звучит максимально бредово. Здорово. Не то. Ну, началось. I did it. Получилось. Но это карпа, не золотая рыбка. И не камень. Well, что ж, неудивительно, что камень все так не так понял. У него ж ни глаз, ни следящих, ни ушей. Что? Минуточку. Рыбу можете есть, вряд ли она предложит тебе выполнить три желания. Ни желаний. Пойдем-ка отсюда. Вернитесь к Борву и Джеку наконец-то. Понимаю. Так, тихая. Ша мне тут. Ша. А каких вредителей-то мне надо еще убивать? Будет разобраться.
Так, муха это блестящая. Блестючая муха летающая. Так, направо. Блять. О, капец, она вблизи громкая. Ну, для меня это было громко очень. О, сундук. Зуб. Я нашел зуб. А сколько у меня зуб? А можно как-то? А, вот. Сейчас. У меня два зуб. Да? У меня аж два зуб? Или у меня один зуб? Вроде два зуб. Так, тогда вопрос, что вкачать? Не то. Да-да, я понял. Ну, дополнительно мана мне не особо нужна. А вот больше стрел с собой носить я бы не отказался. Мне это было бы удобно. Да вообще, вот все вот эти вот три навыка для меня выгодно вкачать. Но у меня зубьев столько нету. Ну ладно, сейчас кису как найдем. А вот киса. Кис, давай домой. Вертухай меня. Так, ну все, давай сначала карманы в любом случае. Переносить больше ресурсов, это полезно. Как и больше стрел. Ну, неплохо, 15 стрел. Ква-ква. Ква-ква. Мяу. Ква-ква. Отдай. Так, перья. Ветки. Ну, теперь я могу не переживать за то, что у меня место под перья с ветками кончится. Он уже разговаривает. Жаль, вот именно русскую озвучку еще не сделали. Да, вот и ты. Мы слышали оглушительный взрыв. Неужели? Я победила. Дракон мертв. Видишь, Борби? Я же говорил, что там дракон. Но ты меня никогда не слушаешь. Не веришь мне. Да перестань ты. Девица врешь, как дышит. Я лучше издалека чую. Но рёв и правда стих, так что проблема решена. И к черту подробности. Так или иначе, мост мы починили, как обещали. А вот тебе кое-что за труды. Да, это те самые липучие стрелы. Думаю, ты легко сможешь наделать новых. Чертежи липучих стрел. Я слышал о великих охотниках, которые их делали. Но это умение давно утрачено. Замедлив врагов, я получу заметное преимущество. Разве что это... ведьма? Эко. Ведьмы давно не эко. Ну, ведьма же, баба. Вы наверняка слышали о ней. Люди постоянно о ней говорят. Мы знаем, о ком ты, девица, но... Баба, как ты ее называешь, не ведьма. Она гораздо страшнее. Баба, баба. Надо ж такое имя выдумать. Удачи тебе, береги себя. Еще увидимся. У меня такое чувство, что новая встреча не за горами. Ну вот. Вот-то все, вот нам и мост сделали. Потерянная страница. А, то есть это страница как раз. Мастер ухажёр. Просто вот было хп и нету хп. Как избавиться от хп? Нырни в реку. Вот. Все, пошли. Они правда мост починили? А вон и этот поскакал. Давай сохранимся сначала, а потом за этим пойдем. Так, дорогой, подожди меня. Подожди меня, дорогой, я уже иду. Я уже бегу к тебе. Блять.
Ебать, там каменюки летят просто огромнейшие. Да хорош уворачиваться. Ты чё такой проворный? Понимаю, я влево отошел, меня все равно камнем накрыло. Шляпой так сверху бах, бах, прикрыло. Обожаю. Ладно. Ладно, хорошо. Хорошо? Хрен с вами. Феечка, любимый. А, ты прям так воскресаешь. Нифига. Анимацию этого воскрешения мы еще не видели. Теперь увидели. Прям из-под земли. Стой. Шишка. Куда она? Ты не видишь? Она идет по следу из крошек. Вон он, смотри, сидит. Сидит, блять. Уже камень летит. Тихо, 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 тихо. Дурак. Ты кнопки путаю. Да в смысле? То ли это я такой меткий, то ли я чего-то не понимаю в этой игре. Скорее всего, это я такой меткий. Ой, это чё? Мудрость гнолов. Не спеши с выводами. Что я за черепок нашел? О, хпшки. Хпшки, это мы берем, это нам надо. Так, господи. Так. А тут? А тут что за шум еще? А-а-а. Ух ты какой заныкался-то, а? У нас снова есть два зубика. Мы еще можем пройти что-нибудь прокачать. А я слышу что-то, это звук какой-то странный. Так, ладно, пошли по следу из крошек. Так называемых. Там что-то есть. Немного напоминает мне его. Ой. Это еще что? Кто? Видение. Расставлять элементы прошлого по порядку, чтобы раскрыть истину. Управлять временем пространством, значит, WS время, AD пространство. И фиксировать недостающие части. Так. Ладно, давай. Погоди, а тут мы еще музон какой-то. Так, ладно, давайте сюда. Башкой тебя сюда засунуть или чего? А, не, это... Неужели? Как это баба Тентакль? А что надо сделать-то? Или это мне туда подойти надо? Да? А?
что с тобой сделать надо? А, во. Ой. Тентакль. Тентакль атакует. Господи, я ж не девочка, волшебник. А, бля. Нет. Дракой. Почему ты? Почему я это вижу? Кажется, он боится меня. Хочешь узнать почему? Надеюсь, да, и Дарк пройдет на Экзоре. Ну-ка. Погоди. Ага, я тебя слышу. Иди сюда, мой зубик. Стоп, у меня аж три зубика было. Леду. Чего? Он же мне показал то, что у меня два... Да, у меня три зуба. Все правильно. Блин, я теперь его острые стрелы еще могу вкачать. Больше урон наносить. Мне опять тогда зубы нужны. А. Ладно, пошли за дорогим. Дорогой. Дорогой, стой. Стой, говорю. Бля. Я. А, урон не получил, ладно. О, сейфка. Levers of life keep on spinning my thread. А, отлично. Так, подсейвились. Давай домой, хорошо. Кис, вертухай меня. Блин, и чё качать тогда? Не, слушай, давай тогда острые стрелы. Это чары. Чары зайца. Вы можете нести еще три стрелы каждого типа. Чары козла, вороны и змеи у нас пока еще закрыты. Плюс у нас, кстати, зелье здоровья. Спасибо. Спасибо, игра. Погоди. А острые стрелы это оно есть или чего? Не, деревянные стрелы наносят повышенный урон, все правильно. Все правильно. Игра, не пугай меня. А то вкачал острые стрелы, а получил вообще какие-то чары зайцев. Неясные, нахрен не нужны. Уа, 18 стрел. Ё-моё. Да я ж тут весь лес перестреляю. Дорогой оказался мерзавцем, но даже он такого не заслужил. Правда? Неужто память тебе изменяет, принцесса? Так, теперь нам снова надо насобирать кучу веток и перьев. Ё-моё, тихо. Чё за херня? Да господи. Видишь? Гони его, заключил воспоминания. Бобки сбивать? Питер? Сбить дрянь с дерева.
Понимаю. Пошел нахер. Дай-дай-дай-дай-дай. Пошли вон. Почему я резко на медовый-то переключился? Обычные ж еще были. Мелкие еще эти повылазили. Ушли вон. Верку дай. Так. Пришиби его, детка, нахер. Так, что мне еще? Вот тебя атаковать. Прям в яблочко. Да я понимаю, что в яблочко мне сейчас хана будет. Так, что еще? Где? Где? Вот. Нашел. На чем я? Точно. Every year, каждую весну, когда день и ночь становятся равны, жители деревни готовы отправить старуху зиму в свояси. То есть, попросту убить зиму. Удачи им в этом. Этот год отличался от других. Людям было не до праздника. И череда трагических событий омрачала радость во всей деревне. Но для младшего поколения старая традиция была не просто актом веры. Несколько подростков решили нарушить запрет, каждый из них по своим причинам. Значит, год назад. Тот день Драгой почему-то не хотел углубляться в чащу. Но Зора, та из близняшек, что посмелее, не собиралась отказываться от своего плана. Я все равно пойду. А вы двое можете тут заняться чучелом. Драгой и Яга много лет были друзьями. Но появилось между ними что-то большее, едва уловимое. И зачем только влюбляться, когда можно отоспаться? Так, на чем я остановился? Ах да, Драгой и Яга, как же. Вот они. Старики запретили нам делать чучело. Расвернулась баба, сказал Драгой. Но я выдумал, будто мы собираемся сделать чучело, чтобы прогнать бабу, а не зиму. И знаешь что? Они не возражали. Будь осторожны, Яга. Люди гадости говорят. Ты даже не представляешь, какие жуткие идеи приходят в голову тем, кто боится за жизнь детей. Яга почти не слушала. Она думала только о подарочке, который припасла для Драгоя. Чувствуя, как отчаянно колотится сердце, она достала его. Мальчик взглянул на маску Яги. Сними ее. Хоть разок. Нет, ответила одна, отшатнувшись. Но он продолжал настаивать. Драгой, нет. Хватит строить из себя недотрогу, ты просто чокнутая, как они и говорят. Зло выкрикнул он. Она не верила своим ушам. Она всегда считала Драгоя другом. Неважно. Идем. Надо найти Зору.
Думаю, я знаю, где она. Буркнул Драгой, поднимаясь на ноги. Задетая гордость заставила его сказать такое, о чем он будет жалеть до самой смерти. Они шли через таинственное то и сё. А теперь самое интересное. В общем, пройдя изрядный путь, мальчик остановился посреди поляны. Давайте же, группа жителей деревни выскочила из кустов, заставив ошеломленную девочку врасплох. Значит, ты все же решился. Вот и молодец, сказал один из мужчин. Предательство смущает лишь слабых. Верно, дорогой? Заполоните костер, несите козла. Пора очистить этого подкидыша от касания ведьмы. Взглянув на козла отпущения, принесенного селянами, Лига громче обычного услышала в голове знакомый голос. Ты столько лет позволял им обращаться с собой, как с мусором, теперь позволишь им даже убить себя? Сжечь живьем? Позволь мне ответить на этот вопрос за тебя, принцесса. Прочь с дороги. А, еще удар с разбегу есть. Он нафиг. Козел отпущения. Я всегда была для вас идеальным козлом отпущения. Чудовище? Вы вечно видите во мне чудовище. Теперь я могу дать вам то, что вы хотели. А мне шишки надо сбивать еще, да? Оказывается. А, шишки — это мои хпшки, что ли? Где я? Блин, тяжело читать и играть. Ну, вот так скажем. Блин, еще хпшки потерял. Господи, чего вас так много? Осторожно, огонь! Да, я горю. Сегодня он спалит вас. Спалит ваши дома. Спалит весь ваш мир. Хватайте ее, черт возьми. И что она теперь будет делать? Куда пойдет? Нет, убирайся. Вы назвали меня подкидышем. Бесноватой. А когда старое обязательство что-то там, ведьмино око в деревне. Как? А где ее? А, я могу и влево бегать. Я говорю, прочь с дороги. Сегодня я и есть огонь. Укрытие я здесь, в лесу. От огня не укрыться. Иди же, выйди на свет. Разве ты не этого хотел? А что, если ты обижаешься? Что, если пламя поглотит тебя целиком? Если умрешь, мертвых. Алин наверх не запрыгнул. А что такое? Прочь с дороги. А не то ваши кулаки, палки и железо встретят достойного соперника. Они расплатятся и сгорят в огне. Ну-ка, воткнем тут черепок. А ну прочь с дороги. Это уже слишком. Может ты? Не лезь, это сын. Мы сами разберемся. Ты что, не видишь, дорогой? Слишком поздно. Поздно для нас. Поздно для тебя.
поздно для всех нас. А, мне теперь даже сбивать их не надо, они сами. Остается только бежать. Потому что это место и все, что в нем есть, сгорит. Дотла. А я? Я могу сгореть вместе с ними. Эту цену я готова сплатить. Ни хрена там страсти мордасти, конечно. Йога, ты слышишь меня? Все хорошо. Зора, это ты? Да, глупышка, это я. Видишь, мы в паре шагов от Красного Дуба. Здесь ты в безопасности. Они побежали в другую сторону. И ничего тебе не сделают. Не посмеют, когда я рядом. Но они думают, что я, Волку и Славица, мы выясним, что с ними случилось. Совсем скоро. Думаю, я знаю, где искать. А где? Где Драгой? Этот старый лис, наверное, спешит к себе домой. Дорогой, с того дня мы больше его не видели. Эй, кто это? Это ты? Нет, я не могу. Нет. И изнасилована тентаклями. А? Что за... Где? Нет. Только не маска. Господи. Красный дуб. Я почти на месте. Что-то там про лицо ее. А слушай, она без маски видит херово как-то все. Вот это самое место. Красный дуб. Здесь мы прятались. Но Зоры нигде не видно. Оглянись. Он здесь. Безликий идол. Пусть ваше прошлое уравняет чаши весов. Концерки, собранные вами в входе воспоминаний, будут влиять на ваш нрав. Я вижу внутри лишь пустоту. Я про тебя то же самое могу сказать. Он тебя не осудит, но с радостью поглотит твое прошлое и принесенные тобой души. Не трусь, принцесса. Рай. Еще одна маска. Ну, похоже на мою старую. Я могу ее взять? Все еще недостаточно. Отнеси ее домой. Домой? Да, сестра говорила, что знает, как найти пропавших детей, да? То есть она ушла искать их? Конечно. Путь к сестре лежит через всех друзей, что я потеряла. Я должна узнать, что с ними стало. Как будто ты этого раньше не знала. В общем, принцесса, тебя ждет погружение в пучины памяти. Еще в кота найти. Ты будешь видеть и вспоминать. Печать. Отнеси ее в избу. Так, стоп, а как мне отсюда выйти-то? А... Что? Как мне отсюда выйти-то? Слышишь? Как будто к нам в дверь стучатся настоящая легенда. Видишь, вон ту старую статую? Угу. Видел какого-то древнего бога? Отдай ему почесть, выстрели в него. Ммм...
теле плор. Древние боги мертвы, а ты жива. Так, киса, 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 ты где? Сперва отыщи саму себя. Киса, киса, киса. Так, ну, наверное. Он ждет тебя. You know what to do. Ты знаешь, что делать. Я сказал, что знаю. Эй, да что с тобой, принцесса? Just... Ничего, просто... Look, I... Я хочу узнать, кто... Who I am? Кто я? Seriously. Серьезно? Неужели люди были правы? Я и есть ведьма на ухо, интересно. Ведьма на ухо. Ну, ты говоришь, принцесса. Ведьма или баба, неважно. So, так, значит, ты... Баба? Я за тебя состарюсь раньше времени. Смешно это иногда. А как же смерть Драгоа? Это же не ты? Это же... Не я? Понимай, как знаешь. А теперь коснись печати. Я пришла не за тем, чтобы выполнять твои указания. Я должна разыскать моих друзей. Я ищу Зору. Но если ты захватишь избу, то избавишься от земли от корней. А значит, ты должна разыскать все нужные воспоминания. Так что, хочешь не хочешь, а придется мои указания выполнять. Ладно. Будь по-твоему. Озвучку русскую не сообразили при такой-то музыке. Опять след из крошек. Так, зубиков у меня нету, да? Кстати, вот эти стрелы не открыл. Стоп, что? А, чары зайца. Мелькали что-то. Так, я что думаю? Ой, рыбешку киси скормил каким-то образом, да? Мур-мур-мур. Так. Так, а где... А можем тут где-нибудь сохраниться у дома, не? У СБ? Ладно. Побежали. А здесь открылся новый путь. Так, ну. А, ладно. Ну, хочешь слышать? Считай, это ответ почти на все вопросы бытия. Ты заслоняешь солнце. Минуточку. Кот разговаривает? Да брось. Ты должен меня выслушать. Взять, к примеру, величайшую загадку вселенной. Смысл жизни. Не хочешь узнать, в чем она заключается? Либо ты сдвинешься, либо ты сдвинешься, либо солнце. Я подожду. Здорово, пушистый дружок. Что-то раньше ты не был такой болтливый. Я же только что слышала, как вы с ней... тогда увидимся. Либо он со мной играет, либо я схожу с ума. Или и то, и другое. Ну или это. Шизофрения.
сфере. Берем. Просто не задумываясь. Крышечка, иди сюда. Куда покатился? А, стоп, у меня стрела обычно перекончилась. 2 года назад что-то там. Новые земли, новые возможности, новые вкусные детки. Jeez, girl, ну ладно, I'm kidding. Ты что, что так не понимаешь? Ладно, ребятушки, я думаю, мы на этом на сегодня закончим. На такой вот ноте мы закончим, мы прошли так называемого первого босса. Да? Ну, чё тогда? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на меня, на группу ВКонтакте и на сервер Дискорд. Ну и всем пока-пока! Заплутавший страха не ведая, ты за мною выходишь на свет. Здесь земля под ногами расходится, и ни входа, ни выхода нет. Ночь темна, и она не закончится, для тебя не наступит рассвет. Я зову тебя на шабаш, нас поглощает тьма. Пусть не сказочным лесом раскинулись свет луны и глухая тропа. Я уверенно за руку двигаюсь, там огонь и людская молва. 30 мракоплоченных, где бы и косы их ниже плеч. Улыбнулся бы глаза черный.